Сегодня 6 июля, Лиговская 4, различные нормы высева. А Лиговская, это с нормой высева у нас получается 50 килограмм на гектар. Один миллион. До 4 зерн в колоске в одном. То есть настолько она его развернула. Местами уже начал даже формироваться пятый, но все же силы не хватило. Хотя вот я вижу, здесь сформировано и 5 зерен в колоске. Так посев выглядит. 1 миллион. 2 миллиона. Тоже достаточно неплохо. Ну, колосочек, конечно, послабее. Но все равно. Конечно, думаю, что этот участок будет урожайнее, чем... 2 миллиона будет урожайнее, чем 1 миллион 100 килограмм. Посмотрим, конечно. Рано еще говорить об этом. 150 килограмм, 3 миллиона. Ну, разница такой существенная, а двух я не вижу. Посмотрим, что будет. И 4 миллиона. Посев уже, можно сказать, готов к уборке. Здесь, кстати, предшественник ячмень. Предшественник ячмень. Лиговская 4.